Приветствую всех зрителей канала Игрофильмы. С вами Рашна Нидзука. Это онлайн-мясо по игре «Одни из нас». Итак, у нас играют Алекс Ворон 87, Двурик, Киброид, Дринк Макакинс, Каскад, Игорь и МГИМО 2000. И мы начинаем. Бля, вот реально интересно, что за код у Каскада, блин? Номер телефона, скорее всего. Что вот такие люди, когда пишут, о чем они думают? Они думают, что они пишут пароль, а оказывается, что это их ник. Это серьезно, это так и есть. Ну ладно, еще хотя бы можно каскад прочитать. А некоторые вообще напишут. Ахр, некоторые пишут просто букву и номер телефона сразу. Света. $5. Много ты таких свет знаешь по $5? К сожалению, не знаю. Вот охотников видели. Не расслабляйтесь. Но мечтаю узнать, да? Ты пиздец. Иногда денег нет, а света хочется. Ага, вот они. Макакинс. И бро, сильно не беги. Я не бегу, не бегу. Я... беги! Минус один. Фу. Одним охотником меньше. Давно мечтал прикончить МГИМО, да? Так, стоп. Каскад, подожди, сейчас я подойду. Давай вот сюда кто-нибудь. Да-да-да, давай, вот за угол желательно. Я тебя перевяжу. Макакинс подстрелен. Порядок. Пополз, пополз куда-то. Постерегите. Все, пошли. Уже точно не встанет. Все, слушай, ну почему-то счет пока 19-20. Минутку. Значит, Макакинс не умер. Солдат! Это нехороший знак. Я ранен! Кто-то стреляет. Все, пошли. Блять, не парни! Сзади, ёб... кто это был-то? Где? Я не вижу вообще. Вон, Алекса убили тоже. Уходите с линии огня. С коридора, с этого долбанного. А кто? Где, блять? Я не знаю, кто-то внизу в коридоре. Я тебя в спину стреляет. Блять! Все, еще в меня. Какой-то, блядь, человек невидимый. Вижу одного, блядь. Двоих даже. Сука! Что там, МГИМО сдохнет, нет? Сзади, а не сука! Блядь! Сука! Я ранен! Ну, отлично, Алекс, молодец! Преподал ему урок. Хоть и геройский погиб. Мы в университете. Да. Постерегите. Все, готово. Мы типа преподы, да? Преподы против студентов. Вон, вижу студента Макакинса. Прячется за фонтаном. Чуваки! Бродяга! Помогай! Блять, все, пиздец. Ну, блять, я в него стреляю, нихуя не... Сука! На повал! Осторожно, тут цикада! Добивай, отлично, каскад, давай! Выпустили дубины! Где они дубины берут с гвоздями? Да пиздец, они охуевшие! Это Двурик там дубинами промышляет.
Банчит. Так, давайте не разбегайтесь, ждите, пока мы воскреснем нахер. Все, пошли. Нахер не надо воскресать, лучше просто воскреснуть. Ну хотя бы так. Так, где вы там? Киброид, ну ты куда там опять? Никуда, никуда. Я здесь оборону занял. Стойте. Все, пошли. Господи, МГИМО, ты тут светишь своей бутылкой, мне аж страшно. Ага, слева они там. Слева от меня, да, правда. Точно слева. Блять, кто-то сзади подходит. Берегись! Блять, сука, иди, вылезай нахуй! Убей! Одним бродягой меньше. Каскад, стой, стой на месте. Сейчас. Сзади, бля, подходит. Все, пиздец. Бомба установлена. Минус один. Горели у меня, сволочи. Одним охотником меньше. Стоп, а коротыш можно проапгрейдить. Все, пошли. Что это будет значить? Берегитесь, охотник! Все, готово. Охотник! Голдын. Все, бомба установлена. Минус один. Где, блядь, не вижу. Есть. Прикройте. Все, опа, пошли. Молодец. Прикройте. Благодарю. Охотник! Черт. Да, готово. Добивай его, добивай. Прикройте. Одним охотником меньше. Постерегите. Все, пошли. Все, пошли. Да, вы все вниз-то пошли. Там есть вкусняшки. Все, пошли.
Все, пошли. Все, готово. Так, еще бы коктейльчик соорудить. Вон они! В доме слева. Куда ты полез? Блин! Парни, помогите! Это я по тебе чуть не попал. Минутку. Все, готово. Блять, я их мог убить, блять, сука, но я промазал этим долбаным коктейлем. Бомба установлена. Тут бродяга! Оу, щит! Бомба установлена. Куда ты, сука, блядь? Иди сюда, нахуй. Фак! Макакинс! Поджег меня, гад. Парни, живите, жизнь, не умирайте. Блять. Пожалуйста, не умирай. Или мне придется перезагрузиться. Все, пошли. Блять, нихуя, мы уже по нулям. Как так-то? Черт, там все наверху происходит, все действие. Опа. Тихо. Суки, блять, идите сюда, нахуй. Бомба установлена. Минус один. Минус один. А, блядь, да что ты делаешь? Я ранен. Черт, я вообще подумал, что я сдох сначала. Да. Ну блин. Но было-то неплохо, кстати. Могли бы выиграть, если бы мы сейчас под конец так не лжанулись. Говорит, да ну нахуй. Я говорю им что-нибудь. Ладно, городок Билла, поехали. Блядь, откуда они столько берут всякой хуйни? Припасы, дедой, припасы. Да почему у меня столько припасов нет? Ну. Ну, кстати, и самое главное, что, блядь, поначалу вроде как их нету, а потом вдруг все сбегаются, начинают одного тебя чмырить. Как ты сам на своей домовухе подорвался? Вот это меня вообще поразило. Как? Я бросил, блядь, на всякий случай, блядь, может кто-нибудь попался как бы в нее. Там он потом поел. Ну вообще мало есть. Он мало идет. Господи, у кого так много. Ищите охотников. Только не нарывайтесь. Вперед. Ходите осторожно. В округе охотников видели. Да, в ближнем бою мы постоянно просираем из-за того, что у нас нет дубин. Надо бы, давайте, вот, да, Киброид, ты один не убегай, давайте все сгруппируемся с Киброидом и пойдем за следующей добычей. Они уже тут. Черт, фак. Или на втором этаже. Все, пошли. Да, на втором, скорее всего. Да нет! Где Макакин только что тут был? Поберегись!
Это я, если что. Так, там у нас кто-то слева остался один и получает пиздюлей. Все, пошли. Каскад, походу. Все, готово. Так, ну что-то можно создать, а что? Не пойму. А что это такое, блядь? А, дубину апгрейдить можно, отлично. Все, готово. Все, пошли. Опа! Слева к дому подходит. Береги! Охотник! Минус один! Тихо! Тихо! Берегись! А, блядь! На, черт! Меня что ж дубин, почему он успел первого? Собака! Вижу бродягу! Это турист! Вот, уходи с линии огня! Убит! Блять, дурика не пометили, а? Парни, группируемся около нас киброидов. Наша взрывчатка, да? Отлично. Блять, ну где вы там бродите? Каскад! Давай к нам сюда! Ну вот. Вижу охотника! Убит! Вижу охотника! Макакин сбежит! Где, где, где? Я его пометил! Блять, патроны кончились, сука! Все, готово. Блять, ненавижу постоянные смены плеча, блять, пиздец. Все, пошли. Все, бомба установлена. Будем уходим, уходим отсюда. Мы вместе с Махакинсом сгорели друг от друга. А, молодцы. Все, готово. Кажется. Вот, спасибо. Слушай, а что в снаряжении сверху за коробка такая нарисована? Я, меня, раньше ее не было. Это ты можешь дарить эти штуки другим. А. Но у меня их ноль. Солдат! Потому что ты должен насобирать несколько вещей своих. Я ранен! Блять! Патроны, сука! Там, давай, подходи к дворику сзади, я буду отвлекать его. Фак! Прикройте, я подлежу. Блять! Ну, киброид, где ты был? А чего? Ты должен был обойти его сзади. Кого его-то, бля? Я вообще от вас далеко, меня убили. Блин, подстава. Блять! Куда он стрелял? Я, а вон из. Зараза, Макакин, с револьвера. Охренеть. Да блять! Да сука ебаная! Блять! Да
Это мое проклятие вечно. Никогда не удается никого сзади убить. Вечно или оборачивается, или второй, блядь, на помощь приходит. Да, это в игре сложно осуществить на самом деле. Кому-то сложно, а кому-то вообще как два пальца. Бродяга, вон там. Осторожно. Блять, ну почему? Что за хуйня? Медик, есть ли здесь? Ну пиздец. О, заебись, Алекс, молодец. Ой, блядь, что творится нахуй? Ты бродь, ну зачем ты спину поставил? А что я мог сделать? Не знаю. Вы где все? Давайте, мы вас ждем, наверное. Далеко не пойдем. Каскад там вообще где-то, блядь, кемперит. Он вообще играет, нет? Опять дурик, блядь. Прикройте! Все, готово. Осторожней, там где-то дурик. Он каскады ебашит, блять. Каскад, ты сиделся, блять? Со своими надо было. Пошел. Бейте, бейте его, бейте! Блин. Бля, Алекс. Короче, мы с какими-то бессмертными играем, на них ничего вообще не слушай, действует. Слушай, мне кажется, каскад вообще не в игре, он просто сидит, ничего не делает. Ну да, так и мы есть. Мы поэтому, походу, и срём. Да не поэтому. Ну чё, вот он сидел, его начали убивать, я пошёл, думал, помочь там, блядь, хуй там, ну, конечно. Ну так не ходил бы, ты же знал, что бесполезно. Так я не знал, что он этот. А, ты думал, он просто так посрать сел, да? Да. Берегите. Вообще, по идее, его должны выкинуть пошли. Из игры за бездействие. Поберегись. Блять, ну кого там уже сзади грохнули? Каскада? Кого же еще? Он нам помогает. Бродяга! Ух ты! Всё, пошли! Стойте! Блядь! Ну, пизду, надоело! Алекс, кидай, молодец! Да где он? Я не могу на это смотреть! Пиздец, блядь! Какой-то, блядь, чувак телепортируется, блядь! Всё! А, не, еще не все. А, все. Блять, я не могу в игру войти, а каскада нету, ёпт. Минутку. Может как-то выкинуть? Шукер! Пиздец! Они всюду, они бессмертны, у них все есть! О, заебись, каскад появился! Вовремя, чувак, ты молодец! Вовремя, чувак! Молодец, давай, тащи теперь весь раунд за нас! Блин. Все, ладно, наигрались, хватит.
Зрителям придется дохера лайков поставить, если они хотят увидеть продолжение мяса по игре «Одни из нас». Ну что, друзья, ладно, всем пока, можете попрощаться, и я выключаю запись. Да, счастливо. Всем пока. Счастливо.